на Западе поняли, Соединенные Штаты сейчас стали отыгрывать назад. И заявление «мягче пошли, мы никуда не собираемся нападать» со стороны украинской власти и со стороны Запада тоже идти на дальнейшее обострение в связи с тем, что Россия заняла непривычно такую жесткую позицию. Вы же помните, да, мы долго молча отступали. Когда у нас занимали собственность, мы спокойно на это реагировали. Говорили насчет того, что будет асимметричный ответ. Вот здесь нет асимметричного ответа.